Так, всем привет. Хочу, чтобы вы отписали, как меня слышно, как видно. Пишите, пожалуйста, в чате, слышно меня хорошо или плохо. Спасибо. Так, итак, через минуту мы начнем. Если будут во время тренировки какие-то проблемы со звуком, с видео, прошу сообщать об этом всем в чате, потому как это первая тренировка, я еще не совсем знаком со всеми техническими нюансами. Так что жду вашей обратной связи, в случае чего. Итак, сегодня мы будем работать над следующей темой, предложена она вами, пользователями. Это будет тема и игра Big Blind против Баттона. А проблема возникает с разрешением. Разрешение это 2560 на сколько-то там. Если очень плохо видно, то я могу урезать экран, но я не знаю, пойдет ли это на пользу. Итак, Big Blind против Баттона. Значит, первое, что хочу сказать, наверное, каждый из вас имеет какой-то свой спектр опена с Баттона, и мы свое внимание обратим сейчас на защиту с Баттона. На защиту с Big Blind против OpenRaise на Баттоне. Я вот здесь взял стандартный чарт. Он у нас есть в разделе стратегии. Стандартный чарт OpenRaise для Баттона 48% OpenRaise. И давайте подумаем, с каким рейнджем мы будем защищать Big Blind. То есть я знаю, многие защищают с разными рейнджами. Кто-то защищает очень широко, кто-то более узко. И вопрос, как определить спектр защиты. Это весьма комплексный и непростой вопрос. В теории, как было бы в теории. Если нас рейзят два Big Blind, давайте я включу калькулятор, рейз идет на баттоне 2 Big Blind, и малый блайнд падает, и итого банк состоит 3,5 блайнда, то есть нам надо заплатить один блайнд, и для того, чтобы, если мы играем идеально, то разделив один на вот это число банка, нам достаточно, чтобы наша рука имела 22% equity. То есть, ну, по такой логике мы могли бы защищать фактически 100%. То есть, потому как против такого рейнджа вот мы можем увидеть даже 3-2, такая рука как 3-2 имеет достаточно equity. Так, что у меня тут получилось? 46 что-то, что я упустил, не может 3-2, а это двойки, а не 3-2 дал. То есть такая самая слабая рука имеет спектр, имеет equity 30%. Ну, понятно, что мы не можем защищать все 100% на блайнде против OpenRaise 2
в 2 блайнда. Почему? Потому как тут вступают в силу такие факторы, как мы без позы. Без позы нам очень сложно будет реализовать наше equity. Также тут есть рейк. Ну, я думаю, то есть понятно, что есть такие факторы, как рейк, как игра без позы. Мы свое equity не можем реализовать таким образом. Плюс у нас будут ставки идти. Ну да, то есть вот здесь, как правильно подметили нам, any two, если игра будет дальше идти чек-чек-чек, или мы играем в суд, то по equity, то кол не будет проходить. Каким образом нам построить спектр защиты? Спектр защиты строится конкретно по equity. По equity нашей руки против рейнджа открытия оппонента. Также при этом надо учитывать сайзинг. Сайзинг открытия. Но давайте мы сегодня мы более будем рассматривать такой вариант, что баттон всегда открывается у нас с минимальным размером, то есть 2 биг блайнда. И чуть позже я вернусь вот к этому вопросу насчет разбора досок. Сейчас я обращу внимание на этот вопрос. Так ли важен у себя leak fold big blind to steal более 74% на лимитах 30-50? Плохо получается разыгрывать без позиции и инициативы слабые комбинации. Давайте мы зададим спектр защиты, я так понимаю, 26%, да? Я думаю, он будет выглядеть примерно таким образом. Это весьма узкий спектр. Во-первых, первая проблема, которая уже сразу всплывает, это то, что нас могут думающие регуляры, нас будут эксплойтить. То есть, если у нас такой большой фолд на стилс баттона, у нас выгодно практически открывать любые две карты. Если такой же соперник сидит на СБ, то у оппонента на баттоне будет плюсовое открытие с любыми any two. То есть, и соответственно, это повлечет за собой то, что в нас будут открывать не стандартный какой-то там 48-50% open range, а в нас будут открывать гораздо шире. Соответственно, мы будем терять больше денег. Да, этот рейндж, мне пишут больше одномастных, этот рейндж весьма условный, то есть там будет, возможно, он будет выглядеть иначе, но это не важно. То есть, давайте мы для того, чтобы продемонстрировать, что мы теряем, очень узко защищаясь, я попросил пользователя на форуме скинуть мне базу данных. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас.